Подпишись на канал. Друзья, добро пожаловать на GameStasy. Зовут меня Джекман, и мы продолжаем проходить Elden Ring. Смотри, сейчас я вот туда не пойду, потому что я хочу хорошенько осмотреть вот эту вот часть карты. То есть я хочу вернуться назад. Например, вот здесь вот где-то была пещера. Вот, лесная пещера. Я ведь там только чуть-чуть глянул и ушел. А сейчас я хочу прямо углубиться в пещеру. Тем более, что у меня теперь есть факел. Так, пока вроде все спокойно. Опа. Опа. Да тут волки устроили привал. Тихо. Давай, только ты один давай, иди сюда только. Нифига ты попрыгать. Че он творит, придурок? А, валим, валим. Пока он дружков не позвал. Ты идешь, нет? Пойдем. Вот тварь. А, ты сволочь, цовну меня. Ничего мне не оставил? Нет. Блин, лучше, наверное, убрать факел. И... вот так. Темно, правда, теперь совсем? Ну, ничего. Такие отдыхают у костра деловые. Убили всех рыцарей. Ага. Ну-ка, парнишка, как тебя сагрить? Есть. Так, где там еще? О, ни хрена! Этот больше! И он белый какой-то. Ага. Там еще один, твою мать! Как-то можно отсюда убежать, нет? Не, туда дальше не хочу. А как обратно-то вернуться? А вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот, бегем. Блин, как я так сорвался-то, а? Блин. Покусали меня хорошо. Так, лечимся. Где там тварь? Тварь! Где ты там? Сюда иди. Иди сюда. Сюда иди. Сюда. Твой, о! Сапнуло. Так, еще лечимся. Блин, Эстус уходит как вода. Жирный такой, а. Блин, бьет больно. Где-то. А что, если я подкрадусь? Не подкрадешься, блин. Это же животное. Оно чувствует. Ну иди сюда, там тесно драться. Так. Здоровый какой, а. Мы, конечно, волков и больше видели. Ё-моё. Нет. Зажмем. Есть. Ха-ха-ха. Готово, тварюга. Блин, у меня 11 остался. Ну чё, вроде я зачистил, да, здесь? Это чё такое светится? Пещерный мох. Хорошо. Трес. Горшок. Хорошо.
Блястяшки. Ой, ой, ой. А как я вас не заметил? Твою мать, там еще двое. Или трое, может, вообще. Валим. Ну, отдыхать у костра я точно сейчас не буду. Так, убирай. Так, теперь моя очередь. Давай! Есть! Сейчас лучше, конечно, вообще дамага не получать. Так, ну чё, идёшь сюда, нет? Оба! Ваншот! Светящийся камень, хорошо. Мох. Так, тут что? Руна бедняка. И что такое светится тут? Серебряный светлячок. Ладно. Ну все, идем дальше. Чувствую, пещера будет огромной, да? Но в Dark Souls пещеры были огромные. Это что такое? Босс? Серьезно? Сразу босс? А что так быстро? Ну, перед боссом надо бы как бы вот так вот сделать. И факел уберем. И вот так вот сделаем. Зверочеловек из Фарум Азула. Ой, так еще и маленький босс, твою мать! Маленький босс, это вообще плохо. Потому что маленькие боссы очень резкие. Твою мать. Так. Твою мать, тихо. Так. Ага. О! На тебе. Ну, нормально я его дамажу. И не ори нахрен. Если бы я умел орать, я бы тоже крикнул. О, хорошо! Я его могу прикончить. Если не тупить. Если буду тупить, то не прикончу. Блин, мне бы, конечно, эстусы сейчас не помешали бы. Твою мать, твою мать, твою мать. Так. Так. Угу. Так, ну он бьет не так больно. Больно, конечно, но не так прям, что вообще. Так, 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 так. Так. А теперь я. Есть! Хе-хе-хе-хе, я тебя раскусил, тварь. Ну, он сейчас-то по-любому вторую форму примет какую-нибудь. Или станет вообще неудержимым. Так, так. Так, сейчас он еще что-то сделает. Вот, а теперь я. Нет, 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 нет. Прыжок, а теперь моя очередь. О, хорошо. Да, тебе не нравится, я понимаю. Мне тоже не нравится, ну что теперь поделаешь. Тихо, 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 тихо. Есть! Я сбиваю у него баланс. Это хорошо. Какая музыка играет. Напряжная. Тихо. Тихо. Так, вот. Зачем я подошел-то, блин, дурак? А че он вторую форму-то не принимает? Обычно, когда половину хп у босса выносишь, они потом вторую форму принимают. Тихо. Так, вот так вот.
Ну что будешь делать? Делай что-нибудь уже. Сейчас прыгнет. Сейчас прыгнет. Отлично. Вот это вот хорошо, когда он прыгает. Потому что у меня появляется время. Я его завалил. И он мне дал щит. Что за щит? Талисман огненного дракона. А, это талисман. Что за талисман? Талисман с изображением древнего дракона красного цвета. Повышает сопротивление огню. Древние драконы, правящие в доисторическую эпоху, еще до начала эры Древа Эрд, защищали своего победителя как стена из живого камня. Со временем образ дракона стал универсальным символом защиты. Вес снаряжения 25. А почему красным? Что, мне будет тяжко, да? Довольно нормально. Прикинь, мы первого же босса с первого же раза завалили. Самый первый не считается. Он скриптовый. Он по-любому должен был нас убить. А тот здоровый, который с моста спрыгнул, он не считается, он не босс. Вот. Он просто огромный страшный враг. А вот это вот прям босс. Я его с первого раза вынес. Ну, он легкий был. Что это такое вообще? Вернуться ко входу? Здесь больше ничего нет, что ли? Это что такое? А, наверное, это секс-игрушка его, да? Он забавлялся с ней. Ну, вы понимаете. Ну, давай возвращаться к началу. Три волка, и то сложнее, чем этот босс. Чё так долго грузится, не понимаю. Теперь, куда пойдем? А, пойдем мы к благодати. Надо восстановить эстусы. Так, скоротать время. До полудня. Надо было, наверное, еще и вкачаться. Ну ладно. Потом. Вроде пока справляемся. О! Где? Штанцы получили? Так, у этих штанцов физическая защита 6,8. А у этих 7,4. Но что-то у них какой-то вес. Опять все нормально. Я не понимаю, почему тогда вес красным окрашен? Блин, гребаный дождь. Что это такое? Тут что-то пролетело. Ты кто? Что тебе надо? Ну, бьет слабенько. Голова гигантской стрекозы. И что такое? Иди, что такое? Что ты? Ой, навонял, да? А ты умеешь кусаться там, не знаю. Ну, будешь кусаться, нет? Ну, если не кусаешься, я тебя и трогать не буду. Черепашка, что ли? Ну, на вид обычная черепашка. Сейчас подойду, она меня съест. Нет? Получить материал. Золотистые экскременты. Ну чего? Золотистое дерьмо. Ты что, золотом срёшь, что ли, черепах?
Эй, мистер Черепах. Нифига себе. Вот есть курица, которая несет золотые яйца, а вот есть черепаха, которая срет золотом. Прикольно. Да успокойтесь. Чё вы? Развонялись тут. Не буду я вас трогать. А там что такое? Чё это там такое? Пойдем-ка глянем. Это что-то живое или что? По-моему, это какая-то статуя. О, цветочек. Лилия Тринны. Так, отсюда туда не попасть. Давай вот так вот обойдем. Осмотреть. Какая-то свечка зажглась, которая горит белым пламенем. Проводник и привратник для тех, кто возвращается к корням. Где? А, смотрите-ка. Куда-то указывает свет. Куда-то вот туда. Че, пойдем проверим, что ли? Где у меня там? А тут можно как-нибудь вот так вот и вот так вот? Да, можно. И чё тут? Тут стена. О, смотри, там дверь. Ладно. О, классно. Сидя на лошади, можно всякие штуки собирать. А в Ведьмаке так нельзя. А здесь можно. Что-то там... А вот, видел факел. Что ты? Хочешь мне прикурить дать, что ли? Да я как бы не курю. Ну это обычные бомжи их. Можно вообще не трогать. Да отстаньте. Занимайтесь своими делами. Так, грибочек. Вот еще грибочек. Тут что-то еще было вроде. А нет. Эти двери открываются. О, подземелье. Катакомбы под скалой. Ох, уж эти катакомбы, конечно, да. Ну, пойдем. Это, походу, надолго. Здрасте, вы кто? Истинная смерть, возвращение к древу Эрд. Наберись терпения, однажды ты услышишь зов корней. Понял, ладно. Воу, парни, вы чё? Эй! Твою мать, а? Чё, мне кровотечение сделаешь, что ли? Ну, жизни у меня вроде не кончаются. Чё за дерьмо, блин? Ну ты резкий какой, а? Ау! Говнатый кусок! Тихо! Тихо! Блин! Мне срок... Ещё выжил, что ли? Ну-ка. Во, кровопотеря. Ну я не был готов, блин.
такому. Ладно. Тут как бы благодать и все рядом. Ничего страшного. По крайней мере, теперь буду знать. Так, души. Ну не души, а руны. Надо уже приучиться правильно говорить. Благодать. Руны. Вот он отсюда напал, эта тварь. Хрен. В этот раз у тебя ничего не получится. Вот. Сдохла ублюдина. Следующий. А, не-не-не, никаких разговоров, ты чё? Ну-ка. Тут вроде только двое было, да? Да. Ох ты тварь, сдохни, ублюдина. Что это вообще такое? Гаргули или что это такое? Вроде гаргули. Но они не каменные. Выглядят как каменные, но они не каменные. Потому что физика поведения их тел такое, как мясо. Смола из корня. Блин, напрягают меня вот такие вот свечи, которые горят белым пламенем. Они должны гореть желтым пламенем. Они горят белым. И факел он тоже. Так, ладно, пойдем дальше. Нужно быть аккуратным. Так. Смотрим за угол. Вроде никого. Открыть. Заперто неким устройством. Может, надо за лампу дернуть? Так, это хрень для сетевой игры, да? Этот омут призыва теперь активен. Ну да. Могильный ландыш. Как открыть-то? А если я вот так вот сделаю? Нет. Ну пойдем дальше. О, я тебя вижу, тварь. Я тебя вижу. Ну-ка спускайся. Спускайся. А ну-ка тут внизу никого нет. Тихо, кто там? А, встал? Заметил меня? Ну давай иди сюда. Сюда иди. Вот, правильно все делаешь, пацан. Давай. Вот, молодец, молодец, молодец. Блин, не достал. Получи. Ох, хорошо. Я же забыл, у меня же есть классный удар в прыжке. Вот такой вот. Нет, не такой, а потом. Вот, хорошо, видал? Аж камни разлетаются. Тик. Это же топот. Какой-то топот слышал. А, вон, наверху. А внизу? Тихо-тихо-тихо. В плечо мне вонзил, блин. А? Спустился? Тихо. Давай! Сейчас, следующий. Где он там? Нет? Наверху, что ли, остался? Че дашь? Кузнечный камень, спасибо. Тут наверху еще был. Я видел. Тихо. Показалось. Вон там, вон там. Или что? Эй! Да вот он сидит. Слазь, тварь! А иначе я к тебе сам сейчас заберусь. Только вот как? Есть лестница? Могильная фиалка. Могильная фиалка. На камне прям растут такие. Ладно. Опа, как узенько здесь. А чё, теней от света факела нет, что ли? Хе-хе.
позорище. Тихо. Что такое? Что там за звук такой был? Механизм, который изжигает пламя. Надо просто успеть пробежать. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Блин! А, я уже думал, все, зажали меня. Ну-ка, вот туда вот сейчас пробегу. А, твою мать! Факелом же блок не поставишь. Говорящая голова, привет. Ну, здорово. Так, что у нас произносит привет? Уродливая голова, вылепленная из глины, произносит слово привет. Печальный артефакт, увековечивший звуки речи тех, чьи уста давно умолкли. И для чего это мне? Здесь есть какой-нибудь рычаг, который бы мог вырубить эту хрень? А? Эу. Как я это сделал? Ладно, понял. Я случайно нажал на А. Я хотел на Y нажать, ну как бы действие. Вот. А в итоге прыгнул, ну потому что кнопки спутал. И сработало. Так, тут надо. Блин, тут далеко бежать. Надо поближе подойти. Только так, чтобы мне брови не подпалило. Еще ближе можно. Побежали! А, о, хорошо! Лестница. Хе-хе, я тебя вижу, тварь! Нифига! Я факел за спину положу. Опа, он там тоже есть. Эй, что такое? Тварь! Ты тут здесь! О, все, 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 понял я вас, ребят, понял. Блин, опять кнопки путаю. Да, блин, ты что такой? А! Я тоже так могу, слышь, тварь. Как тебе, а? Тварь. Да, блин, нет, нет, нет. Они когда сразу вдвоем, это вообще сложно. Сейчас главное не сдохнуть. У меня как бы много душ. Жалко будет, если я их потеряю. Ну мы, значит, знаешь, как сделаем? Мы вот на тех не обращаем внимания. Идем сразу сюда. Так. С этими тут поаккуратнее. Давай. Давай, слазь, и сюда. Сюда иди, тварь. Блин, достал. Ладно, сюда иди. Сюда иди. Сюда. Моя очередь. Все, попался, тварь. А, нет, смотри-ка. Знаешь, они мне кого напоминают? Этих падел из Dark Souls 3, которые в этих таких шапках, как у гномов. Они вот такие же падлы были. Тоже нападали, хрен знает откуда, нежданчиком. То сверху, то сбоку. Вот эти такие же падлы. Давай, давай, давай там. Кидай свои ножи, не знаю. Слезай. Где он? Ты будешь слазить, нет? Ты ублюдок, а не хочешь слезть.
Ну и ладно, оставайся там, сейчас я приду сам к тебе. Блин, тогда будет там больше? Ой. Чё здесь, почему подфризивает игра? Подлагивает что-то. Видимо, здесь такой этот... Переходная загрузка локаций. Плохо оптимизирован. Да ё-моё, ты заколебал, слышишь, не знаю, давай. Вот если бы у меня были ножи, я бы... Да, прям в жбан, смотри мне, в жбан прямо. Ой, ты тварюга. Ладно. С ножом в голове такой идем. А, эта штука не работает, да? Как я ее в прошлый раз выключил, так и она будет выключена. Хорошо. Ох, кажется, не успел. Успел. Да, блин, все. Ладно, сейчас привыкну к управлению. Вот мои родненькие души. Быстро, быстро. Где там? А он свалился, что ли? О, ты умеешь лестницами пользоваться, что ли? Серьезно? Дурачок. Там еще один есть, я его вижу. Но, возможно, он там не один. Да по-любому он там не один. Там сейчас из-за угла на меня нападет кто-нибудь. О, я так и знал, знал я, знал. Сюда иди, тварь. Сюда, 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 сюда. Давай, давай, давай. Сюда иди. Стой, гасим, гасим. Да, блин, не успел увернуться. Да блин, добей уже! Твою мать, куда ты мимо бьет, придурок? Прах странствующих вельмож. И цветочек. И все, да? Ладно. Угу. А, смотри, 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 сюда можно спрыгнуть. Вот где тот, которого я хотел заманить. А, чуть-чуть, прям показалось. А, ну вот тут вот бегает еще один такой чудик. Вот он. Сейчас, надо как-то так красиво. Тварь. Вот механизм от той двери. Ой, твою мать, про тебя-то я вообще забыл. А что я за дверь открыл? Я как бы хочу туда еще к огню пойти. Сейчас одним глазком глянем, что за дверь. А, понял. Босс. Вот так вот. То есть здесь всякие пещеры, катакомбы, они маленькие. Не как в третьем Dark Souls. Зашел, немножко прогулялся, и все, ты уже у босса. Ладно. Чем бежать, давай-ка посмотрим там.
О, видишь, вон, 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 вон. К стене прилипла тварь. Еще одна. Сколько их таких тут? Успокойся давай. Странно, что они вот так вот, ну, реагируют на прыжок. Ну-ка. Во! Прекрасно. Вот, ублюдина, смотри. О, о, смотри. Ё-моё, да тут вообще, блин, целое гнездо. Ну-ка, а здесь? Там, там вроде вижу. Так. А их можно всех сагрить, а потом... Я придумал. Я придумал. Ну-ка, ребятки. Вот, я же говорю. А что ты стоишь-то? Ну, в смысле, сидишь. Вот, вот сюда иди, сюда, 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 сюда иди. Вот в эту сторону иди. Тут ты же дурак, ты ж каменный, ты тупой. Давай, вот стой там, вот там стой, стой, все, все правильно. Вот, вот. Я так и планировал. Следующий. Ты. Иди сюда. А так они что-то не реагируют никак. Можно так валить. Твою мать! Ты смотрелся наверх. Вот. Можно и это. Спускайся давай, тварь. Да не... О, не, вот это нехорошо. Тут нехорошо. Тут нехорошо. Нехорошо. Нехоро... Нехорошо. 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 Но они же по одному нападали. Схерали сразу, все кинулись, блин. В общем, так и делаем. Просто надо очень правильно запрыгнуть вовремя, и все будет хорошо. Так, а этих можно это просто пробежать? Не, этих ты не пробежишь просто. Или пробежишь? Почему нет? Они же не погонятся со мной до самого конца, правильно? А может и погонятся. Ну вот тут сейчас будет... А, здесь не работает пламя точно. Пламя здесь вырублено. Хорошо. Души мои, души. Идут, нет? Не, не идут. Так, парни, ну что будем делать-то? Да ёперный театр! А чё ты? Твою мать, а? Чё и пламя врубил перед смертью? Ладно. Ну, по крайней мере, мы проверили, что можно очень быстро туда добраться. Не обращая внимания на вот этих вот. И просто бежим. Просто бежим. Все, отстали. Отстали же? Просто я их еще слышу вроде. Можно я просто души заберу и все? Вот, хорошо. Так. Теперь сюда. Теперь вот этого парня. Готов. Блин. Ай, ты твою мать! Да твою мать! Фу.
тлеющая бабочка. Да ё-моё, зажали, смотри, тварь, а. Пей. Ай-яй-яй-яй, блин, ты что ты будешь делать-то, а? Так. Как мне повезло, там сразу двоих прикончил. У, спасибо тебе, огонь. А теперь все, давай вырубайся. И че? И ради чего все это было? Здесь ни хрена нет. Тлеющие бабочки и все. И цветочек. Да уж. Херня какая-то получилась. Ладно. Блин. Сейчас ведь надо обратно вернуться. А там я никого не убил. А, стоит, ждет. Че ждешь? Тварь. Бегом. Ну что, пойдем глянем на этого босса, что ли? Может, его тоже с первого раза завалим? У меня еще два эстуса есть. С тем-то я сражался вообще без эстусов. Цербер, кладбище, древо Эр. Здрасте. Это какой-то робот? Он двигается как робот. Какой-то резкий. Так. Я еще и... Ой-ой-ой-ой-ой. А, смотри, он еще накаляет землю. Нет? О-о-о. Что, взрывная волна есть какая-то? Ну, он тоже гасится довольно это. Довольно-таки это. Хороший дамаг у меня, короче. Ну давай, все, я готов, короче, сюда. Кошак гребаный. Цербер. Что за прикол, блин? Что за унижение церберов? Это же кошка, а цербер это собака. Ты вставай, блин, я путаю кнопки бега с приседанием здесь. Потому что обычно... Так, слушай, что такое? Да, это будет долго. А, ага. Ты что за такое? Что за такое было-то? Что за удар такой был? Нет, нет. Говнатый кусок, а! Дай мне хоть передохнуть-то немножко. О, колонну будешь ломать, да? Так, ладно. Угу. Я буду вот так. О, началось. Да блин, нет, вот этой кнопкой бегать. Мимо еще. Иисусов нет. Че это? Ты что такое? Что-то новенькое, что ли, у тебя? Чего он так? Да ё-моё! Он несложный. Босс несложный. Хм. Я его хотел с первого раза завалить. Но не судьба. Так, убери этот факел, вообще он меня бесит. Ну, к боссу мы сейчас быстро попадем. Сейчас главное не забыть души забрать. Ну, не души, руны. Руны. Рун-рун-рун-рун-рун-рун-рун-руны. Сюда давай. Отлично. Ну чё, тварь? Ау! Прям жопой на меня сел, ублюдок. Ладно, первый удар за тобой, тварь. Да твою мать, и второй удар за тобой. Хорошо. Говна кусок, а. Всё, эсусы ушли. Целых два эсусы ушли. Просто взяли и ушли. А, да ты чё? Так, вот это нехорошо, вот это нехорошо, ну давай.
Давай. Да блин, мимо. Да ё-моё. Ладно. Да нет, 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 нет. Вот я не вовремя его бью этим ударом. А что там такого блестит? Что там такое блестит? Он вообще не сложный. Вот прям смотришь на него и понимаешь, что он не сложный. Может быть, из-за этого я это проигрываю ему, потому что я расслаблен. Хотя нет, булки у меня сжаты. Так, главное, не забываем про руны. Где руны? Вот, и руны. Ну, еще там хвост горящий. Да, вот горящий хвост не просто так же, правильно? Тваря. Надо вот таким ударом его как-то. А, я не могу с этим пока взаимодействовать, да? Так вот как надо гасить эту тварь. Просто подходишь и гасишь. Чего ты подкрадываешься, тварь? Вот. А, поближе подойди. А, о, как резко, а. Не надо, не надо. Оп, попал я. О, хорошо! Вот прям хорошо зашло, прям вообще от души. Душевно в да, ну блин, дай я к тебе подойду. Так. Так. Надо было от мамы, надо просто подходить к нему. Так ты что не втащил-то, блин? Я ж нажал втащить и не втащил, прикинь. Ой, вот это вот нехорошо, он так резко бьет здесь. О, блин, я даже не успел. О, хорошо, от души. Валим, валим. Ну все, все. Смотри, тут такая же хрень торчит. Смотри, смотри, тут такая же секс-игрушка торчит. Точно такая же, как там, у того босса. Они все извращенцы. Давай, 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 давай. Теперь быстренько. Теперь валим. Все, все, ты разгадан полностью. Ты лошок. Вот только вот я не понимаю, зачем у него хвост горит. Потому что не просто так. По-любому он подрубит это дело. Нет, нет. Блин, да блин. Так, подходим и отходим сразу. Подходим и отходим. Вот. А потом вот так вот раз. А потом валим. Да ё-моё, не успеваю валить. Чего у тебя хвост-то горит, блин? Когда ты покажешь свой хвост? А? Когда ты покажешь способность своего хвоста? Он же не просто так горит. Так. Вот сейчас главное не просрать. И вот хорошо. Хорошо. Что? Да вали ты уже от него! Что ты прицепился-то к нему, блин? Так. У него какая-то мельница есть. Давай. Свой этот удар. Давай. Так, а теперь моя очередь. Валим. Вот, сейчас он крутанется, да? Подходим. Не ждем, когда он подходит. Надо самим подходить к ним. Твою мать. Ой, не-не-не! О, ты твою мать! Подходим. Вот этого зря. О, успел! Успел! Так, все, тихо, не вытрепываемся. Не. Да ё-моё, ты в бок-то будешь кувыркаться, нет, придурок? Ему чуть-чуть осталось, да ё-моё. Можем простыми ударами его попробовать загасить. Не надо супер удар-то делать.
Так. Ну давай. Давай свой этот удар. Сдохни, тварь. Я же говорю, легкий босс. Прах высокородного чародея. Ну вот, за серию двух боссов завалили. Не, вот это что такое? А, это просто свечка, блин. Это обычно свечка. Сколько трупов. Это он всех положил, да, здесь? Да, по-моему, эта тварь была вообще неразумная. Просто робот какой-то. Голем. Нет. Вот видишь, здесь оказывается много чего интересного. А я пошел куда-то там уже. Хрен знает куда. Надо здесь все исследовать. Стой, 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 стой. А что ты не слазишь? Обломок руин. Что-то еще я видел. Я две штуки. Вот. Вот еще. У меня очень много сейчас рун. Можно что-нибудь прикупить, а можно прокачаться. Да, блин, опять кнопку путаю. Это, походу, надолго. Так, 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 так. Повысить уровень. Что будем повышать? Жизненная сила. Стойкость. Это у нас увеличится выносливость и максимальный вес снаряжения. Сила. Вот сила бы, конечно, не помешала на 2 пункта поднять. Ну и жизненную силу на 2 пункта. А на стойкость хватит? Да? То еще вот так. А, все, все. Ну и все. Покупать мы ничего не будем, значит. Друзья, давайте на этом эту серию закончим. Надеюсь, вам понравилось. Если вам понравилось, то обязательно ставьте лайк. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь, комментируйте, нажимайте на колокольчик. Эти ваши действия очень сильно помогут развитию канала. А с вами был Джекман. Желаю всем всего самого наилучшего. До новых встреч.